Тамар Кубарху сегодня выходит на эту сцену с Оксаной Казаковой. Мне интересно, как повел себя Марху при знакомстве со своей партнершей? Ты знаешь, мне кажется, он очень быстро находит с девушками общий язык. Оксана говорит по-монгольски. В общем, Оксана пришла, и ей сказали, что это Марху. Я так. Привет, ей сказала, это я. Она говорит, с тобой, Федь, да, я говорю, со мной. Ну, как девушка, она мне очень нравится. Даже мне, можно так сказать... И нужно это воспринять как комплимент, да, что она мне нравится, не просто нравится, а нравится прямо вот так. Песня «Лунная мелодия» запомнилась как дуэт Ларисы Долиной и Александра Панайотова. Но сегодня ее поют Оксана Казакова и Амарху Барху. И как вчера точь в точь, но день в тишине растает. Нет, волшебница луна на струнах из дождя, но свой мотив сыграл. Мне кажется, сегодня у нас на эстраде мало кто поет так вживую, честно говоря. Спасибо. Все-таки как приятно смотреть на пару. Вот природа не зря создала все-таки мужчину и женщину. Когда они вместе и хорошо поют, это просто двойное удовольствие. Вот, так что удачи в сольных выступлений хороших. И а в дуэте просто так приятно петь. У вас очень хорошо получается. Спасибо большое. Амарху, хочу тебе сказать, тебе очень повезло, что ты пел сегодня с Оксаной Казаковой. Я знаю. Она лучшая певица в этой стране. Амарху, скажи, пожалуйста, ты же мечтал, по-моему, спеть эту песню, да? Абсолютно верно. Именно с Оксаной Казаковой. Я хотел ее спеть или с Оксаной Казаковой, или с Натальей Павловской. Ты же выступал раньше, правильно? Ну, в детстве. В цирке. Да. В цирке выступал. Скажи, вот ощущение зрителя на арене и на сцене разное или одинаковое? Наверное, в цирке больше зависит от того, как ты отработаешь свой номер и как бы не получить с той стороны как бы, не травму, что-то в этом роде. Ты не думаешь о зрителе в цирке? В цирке? Да. Ну, стараюсь как бы не думать об этом. А да. Здесь? А когда в зале столько девушек красивых, я хотел тебе сказать, да, вот вы говорите. Вот есть поклонники Мочеловские, да, есть поклонники Девятовские, да. А я вас поправлю и скажу, если для меня это будет, конечно, честью, если у меня есть поклонники, то у них будет название. Меня друзья называют Амарху, меня друзья называют Амра и, конечно же, Амур. Они будут все амуровские, я тебя хочу поправить. Вот.
4-3-5-0-0-4. Это телефон Амарфуб. Ну и, собственно говоря, номер. 4. Посылайте на номер 60-60. Вот это будет правильно.